Всем привет, друзья! Сейчас я вам покажу суперсет, крутой очень, на плечи. Я увидел этот суперсет у какого-то чернокожего мужика, огромного-преогромного. У него плечи просто огромнейшие. И покажу вам этот суперсет также в своих упражнениях сейчас, в своих видео. Ну что, погнали? Первое упражнение мы просто делаем боковые махи гантелями сидя. То есть садимся таким образом, не забываем, что наши локти должны быть выше запястья. И также большие пальцы смотрят вниз немножко. Делается так. Хотя я лучше напротив зеркала сяду. Делаем таких три подхода по 10-12 повторений. И сразу же нужно взять какие-то маленькие гантели. Блин, почему они все разные тут перепутаны? Берем маленькие гантели и делаем суперсет вот таким вот образом. Тоже махи, но они на полную амплитуду. Можно смотрится, но плечи горят дико. Это эффективно на самом деле. И сразу же берешь эти и тоже бомбишь на полную амплитуду. У меня просто взрываются от двух подходов уже. Так у тебя горят плечи, нет? Да. Ну вот. Нет, значит, плечи работают. И значит, они будут расти. Можно так то же самое ухерачить в плечи. Не, но они жгут дико очень. Не, ну это неплохое упражнение, но я не советую брать, потому что сейчас переборщат, начнут брать большие веса. Не, это делается с маленькими весами, работается на памп. Если мы делаем 2-3 килограмма, то вам один за глазок. Так что делайте, попробуйте. Возможно, это выглядит чмошно, конечно, и многие скажут, что включается трапеция, но на самом деле дельты горят очень сильно. Попробуйте просто сделать это упражнение. А так, спасибо, что посмотрели. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Пока!